Главный итог, то, что наша команда вышла в 1/4 финала Кубка Беларуси. Эта стадия уже будет проводиться в следующем году, это очень важно. Первую задачу, можно сказать, мы выполнили минимальную для того, чтобы остаться в розыгрыше Кубка Беларуси на следующий, на будущий год. Ребятам всегда говорю и буду повторять это, что в нашей жизни трофеев, титулов много не бывает. И всегда нужно стремиться выигрывать в тех соревнованиях, в которых мы участвуем. Поэтому главный итог – проход в 1/4 финала. Второй момент – то, что очень важно было избежать недооценки соперника, потому что все-таки Осиповича обыграли футбольный клуб «Гомель». Это было неожиданно, но в то же время мы очень внимательно и основательно подошли к разбору этой конкретной игры. Посмотрели, за счет чего соперник все-таки доставил трудности футбольному клубу «Гомель», за счет чего он одержал победу. В принципе, сегодня то же самое, что и с «Гомелем». Было, скажем, команда смело играла, не закрывалась, не стояла в обороне всей командой, не отбивалась, а пыталась прессинговать практически на протяжении всего матча. Ну, понятное дело, что я благодарен команде за отношения, за то, что вышли с первой до последней минуты, были настроены на хорошую борьбу, на хорошее взаимодействие, на хорошие комбинации. И, естественно, что исполнительское мастерство и командные взаимодействия сегодня позволили нам достигнуть прохода в 1/4 финала. Очень благодарны болельщикам, то, что пришли, поддержали нашу команду сегодня. Энергия нашего стадиона, энергия наших болельщиков сегодня чувствовалась. И очень важно было нам сегодня отблагодарить, опять-таки, отношением и хорошей игрой наших болельщиков, которые за нас переживают. Спасибо. Будут вопросы? Петр Зайцев, Голубой. Вадим Викторович, не было смысла сегодня выпускать резервистов? Резервистов можно выпускать в том случае, когда кто-то проседает физически, может быть, кто-то перестает, может быть, выдерживать план на игру. Да? Сегодня все работало хорошо, поэтому не хотелось, скажем так, ломать что-то, менять что-то. Когда идет все хорошо, нужно удерживать это хорошо, как говорится, в своих руках и продолжать это делать. Поэтому минимум замен сегодня были связаны с этим. Пожалуйста. Есть ли вообще проблемы с длинной скамейкой? У вас много высококлассных игроков, на самом деле, для белорусского чемпионата, и достаточно большая может быть ротация. Как вы думаете, после вылета с Еврокубков вообще будет какая-то, может быть, смена состава, может быть, кого-то, ну, что-то с кем-то будет? Ну, мы посмотрим, разберемся здесь, что нам делать. В любом случае, целый круг еще второй чемпионата, и это 14 матчей, поэтому нам очень важно обладать высококвалифицированными футболистами, которые способны будут нам дать хороший результат по итогам второго круга. Поэтому сейчас очень важно ребят мотивировать, давать им возможность чувствовать то, что они нужны команде для решения задач. Поэтому в этом отношении, конечно же, просто так мы ни с кем расставаться не будем. На то и большие клубы. «Динамо Минск» – это большой клуб для Беларуси, поэтому здесь и высокая конкуренция, и достаточно сбалансированный состав. Для того и создается команда, формируется команда и количественно, и качественно с точки зрения, я имею в виду, исполнительского мастерства футболистов для того, чтобы решать высокие задачи. Еще вопросы? Игра, ну, по сути, была результат сделан в первом тайме, о чем просили в перерыве. В перерыве попросил об одном. Выходим на второй тайм, счет 0-0. Задача была на второй тайм выиграть второй тайм. Я сказал, ребята, забудьте первый тайм. Мы выигрываем 3-0. Задача, как будто мы не играли первый тайм. Счет 0-0. Выходим и играем на результат во втором тайме. Второй тайм выиграли 6-0. С задачей справились. Немного отойдем от матча. Скажите, с чем связано отсутствие старшего тренера Игоря Сысучка, являющийся экс-главным тренером Осиповича, на сегодняшнем матче? Мы Игоря Анатольевича, пока он не будет в главной команде работать, вот есть на то причины определенные, я сейчас не буду об этом говорить, но пока принято мною решение такое, пока он в нашем тренерском штабе не будет. Еще вопросы? Да. Сергей Волков, BadNews. Вадим Викторович, скажите, пожалуйста, может быть, вы уже проводили какой-то анализ после неудачного
в Еврокубках? Какой-то, в чем причина поражения и вылета на другой стадии? На этом вопрос по матчу сегодняшнему? Или ну, это матч. Общий, да? Ну, скажу так, что мы столкнулись с сопротивлением очень достойной команды. Это в первую очередь «Железничар» — довольно серьезная, крепкая команда оказалась. Да, и по технически, тактически, плюс хорошая поддержка, атмосфера, которая была в Сараево, да, на стадионе. Вот. Ну, скажу так, что мы, наверное, если абстрагироваться от конечного результата, где мы не прошли в следующую стадию, я очень доволен тем, как мы провели два матча с точки зрения построения игры, с точки зрения создания голевых ситуаций, с точки зрения давления. То есть практически, за исключением индивидуальных ошибок каких-то, да, мы довольно хорошо выглядели как в первом матче, так и во втором. Конечно, есть и субъективные, есть объективные причины. Мы не будем, и я в том числе не буду, конечно, оправдываться, там соломку стелить, как это принято говорить, да. Вот. Ну, у нас 5-6 дебютантов, по-моему, дебютантов в Еврокубках. Это тоже имеет огромное значение. Ребята на таком уровне впервые играли. Вот поэтому где-то, может, чуть-чуть опыта не хватило, где-то самообладание. Но опять-таки это не оправдание, а еще раз говорю о том, что, возможно, это вот такое зерно на будущее, чтобы нам стать крепче в этом отношении, да, более увереннее, более опытной командой для того, чтобы в следующий раз в еврокубковых турнирах, где мы будем участвовать, пойти дальше. Александр Сочитко получил серьезную травму. Планируете ли вы искать замену на рынке трансферном, либо своими силами обойдетесь? Ну, я скажу так, что относительно Саши Сочивко, да, мы очень жаль, что Саша мышечную травму получил, да, в очередной раз. И она, конечно, ему не позволит, я думаю, ближайший месяц даже тренироваться в общей группе, только восстанавливаться, плюс потом набрать кондиции, поэтому, да, очень жаль. Но, тем не менее, это жизнь, травма – это неотъемлемая часть футбола, мужской борьбы, естественно, что неизбежно. И в этих ситуациях нужно быть готовым к различным обстоятельствам и к различным развитиям событий. Да? Поэтому в этом отношении я скажу так, даже не смотря на травму Александра Сочивко, даже если бы она не случилась, мы еще рассматриваем, да, как усиление одного центрального защитника. Возможно, вероятность очень высокая, что у нас появится еще один центральный защитник. И еще один вопрос не по матчу. А сейчас сборная Беларуси, как бы, кандидатов рассматривает на место в сборную. Может быть, к вам обращались? Может быть, вам интересна работа в сборной? Играть? Ну, как, сейчас я не буду обсуждать этот момент. Я скажу так, что у меня очень хорошие профессиональные отношения с точки зрения с руководством федерации. И Николай Николаевич Шерстнев, и Андрей Владимирович Василевич. Вот они, кстати, были на игре. Ответной игре с «Железничаром» в Баку присутствовали на матче. Мы летели вместе и в Минск возвращались из Баку, также побеседовали. Вот. Ну, опять-таки, руководство федерации решает, ведут переговоры. Ничего больше добавить не могу. То есть с вами ведут либо нет? Я думаю, что... Нет. Нет. Вокруг этого вопроса, да, как мы любим? Много. Много, да. Много раз нам его. Ни да, ни нет. Каждый раз все ожидают, что будет какой-то другой ответ. Хорошо. Коллеги, еще вопрос. Пожалуйста, да. Тоже извините, пожалуйста, что не по матчу. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у наших белорусских других клубов шансы заиграть в группе в Европе? Кто-нибудь пройдет, сможет пройти? В этом турнире? В этом розыгрыше именно? В этом розыгрыше? Ну, давайте, ну, как бы так порассуждаем, логично, логически вернее. И 2-6 БТ проиграл, наверное, очень сложно будет, правильно? И, наверное, практически невозможно, если так объективно. Арис довольно сильной командой предстал в этом первом матче. Вот. Гродненский Неман, да, я считаю, что способен после результата первого матча способен пройти в третий квалификационный раунд. Вот, вопрос... Там попадают они на пару довольно серьезную, по-моему, Макаби, да? Витория, цели Витория Гимараиш, да? 3-4. Цели проиграл 3-4. Вот. Но Витория Гимараиш, насколько я осведомлен, такая молодая задорная команда. Португалии очень любят
молодых футболистов раскрывать и затем их продавать в Европу. Ну, цели тоже довольно серьезные, словенский клуб, поэтому здесь как бы трудно сказать. Ну, в любом случае, я желаю всем нашим клубам. Вчера и Торпедо Белас, можно сказать, после первого тайма как-то так немножко было... Настроение пропало, то, что мы так 0-3 первый тайм, да. А во втором тайме 2-3, и еще были моменты, где практически камбэк случился. Вот поэтому в любом случае мы, и я как тренер, и мы заинтересованы в том, чтобы наши белорусские клубы как можно успешнее участвовали в Еврокубках, да, это и баллы в копилку, да, которые позволяют нам, может быть, в будущем и четвертое место в чемпионате позволит в Еврокубках участвовать. То есть в любом случае престиж нашего футбола – это национальная сборная, успехи национальной сборной, ну, наверное, и молодежная сборная, ну и в то же время это наши белорусские клубы, успешность их выступления в Еврокубках. Об этом вот хотелось бы, чтобы у нас мы сдвигались в этом отношении. Еще будут вопросы? Тогда всем спасибо. Да, спасибо.